Нижневартовск – это современный город нефтяников, расположенный в Западной Сибири в Ханты-Мансийском автономном округе на правом берегу реки Оби. В переводе с языка коренных жителей название Нижневартовск означает «в низовьях на излучине реки», ведь река в этом месте делает крутой поворот – излучину. Здесь бывают морозы за минус 50, иногда бывает жара за плюс 35. Вот такой здесь резко континентальный климат. Короткое, иногда даже жаркое лето и длинная холодная зима. Летом белые ночи, а зимой темнеет уже после обеда. Откуда город берет свое начало? По свидетельству краеведов, на правом берегу Оби в 1909 году появилась деревянная пристань, к которой стали приставать купеческие пароходы, чтобы запастись дровами. Рядом с пристанью появилось небольшое поселение, несколько домов. Рядом с Нижневартовском расположено уникальное газонефтяное Самотлорское месторождение. Именно открытие здесь в 1965 году уникального Самотлора и других крупных месторождений нефти и определило промышленное развитие города и региона в целом. Вспомните слова великого Ломоносова о том, что богатство России прирастать Сибирью будет. Разговор как раз идет об огромных природных богатствах и ресурсах всей сибирской земли, и в том числе Нижневартовской. Сначала на месте города был рабочий поселок, затем в Советском Союзе Нижневартовск был объявлен комсомольской молодежной стройкой, и сюда по комсомольской путевке стала съезжаться молодежь для строительства города. Обратите внимание на численность населения. В 1959 году здесь жили всего 2300 человек, в 1975 году 68 тысяч, в 1985 году уже 216 тысяч. Сейчас проживает 275 тысяч человек. Статус города Нижневартовск получил в 1972 году. Первым строителям Нижневартовска было очень сложно, так как здесь болотистая местность. Когда летишь на самолете в Нижневартовск, обращаешь внимание на то, что вокруг очень много болот и озер. Визитная карточка города – памятник покорителям Самотлора, который поставлен в дань памяти за труд первопроходцев, тех, кому достались самые непроходимые болота и самые сложные условия труда при начальном строительстве города. Памятник находится на пересечении автомагистрали на въезде в город со стороны города Сургута. Монумент открыт в 1978 году и расположен на кургане Славы. На гранитном 10-метровом пьедестале стоит мощная бронзовая 12-метровая фигура рабочего с факелом в левой руке и молотом в правой. Очень символично то, что со стороны факела дорога ведет на Самотлор. Местные жители этот памятник ласково называют Алешей. В Нижневартовске находится аэропорт международного значения, воздушная гавань города. Это основной вид транспорта, который связывает жителей города с большой землей. Недалеко от здания аэропорта находится аллея техники, которая представлена воздушными первопроходцами самотлорского неба, вертолетами серии Ми-1, Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8 и самолетами Ан-2, Ил и Ту. При выходе из аэропорта прилетающих пассажиров встречает стелла, устремляющаяся ввысь в синее небо Самотлора. В верхней части с трех сторон находится герб города Нижневартовска. Эффектно стелла выглядит ночью, когда она освещена подсветкой. Современный железнодорожный вокзал города занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Это самый большой в мире вокзал на конечной станции. Ведь Нижневартовск – станция конечная, а дальше – тупик. В честь 30-летия со дня прихода первого поезда на привокзальной площади установлен памятник первому поезду. Имеется летнее водное сообщение по Оби, но только на короткое расстояние. В города Томск, Сургут, Ханты-Мансийск. Город еще очень молодой, поэтому никаких древних памятников истории, архитектуры, культуры здесь вы не увидите. Все памятники современные. В городе построен храм Рождества Христова, в котором в 1997 году состоялось первое богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II дважды был в Нижневартовске. Первый раз в 1994 году совершил молебен на месте строящегося храма. Второй – в 2001 году. Совершил молебен в уже построенном храме. В архитектурно-парковом комплексе рядом с храмом Рождества Христова находится памятник «Добрый ангел мира». Ангел
Своим солнечным сиянием создает невероятное настроение добра, зовет к вечным ценностям и приглашает к уединению, спокойной прогулке на набережной Нижневартовска. Неподалеку от ангела расположена скамья примирения, на которой написано: «Всем жителям Нижневартовска, любите и прощайте друг друга». На набережной Аби находится памятник-замок для новобрачных. Это огромное сооружение радует женихов и невест, которые с удовольствием здесь вешают свои замочки ради предстоящей крепкой и счастливой семейной жизни. На набережной находится стела высотой в 48 метров. Металлоконструкция увенчана стягом Нижневартовска в трехцветном исполнении, который символизирует синие воды и небо Югры, белоснежные просторы севера и золотые богатства Самотлора. Памятник павшим воинам Великой Отечественной войны находится в парке имени 40-летия Победы, олицетворяет сибирский образ всего русского народа в годы Великой Отечественной войны и демонстрирует волю к победе, несгибаемый характер и дух, который нельзя сломить. Памятник в память о воинах-интернационалистах, установленный на пересечении улиц Комсомольский бульвар и Мира. Колонны символизируют стойкость солдат. Колокол олицетворяет вечную память погибших. Памятник находится на пешеходном живописном бульваре, где зимой и летом можно прогуляться и почтить память воинов, которые выполняли свой боевой долг за пределами границ своей родной страны. В памятные даты здесь проводят митинги и возлагают цветы. Памятный монумент Евгению Ивановичу Куропаткину. На протяжении многих лет этот человек был руководителем по строительству города. Традиционно возле монумента отмечается День строителя. Памятник великому татарскому поэту Мусе Джалилю стоит в очень красивом месте. Прекрасная панорама реки Обь открывается с этого места. Памятник Мусе Джалилю – это не только дань уважения поэту, замученному фашистами, но еще и символ таких человеческих ценностей, как великий талант, беспримерная любовь и верность Родине. На мраморных плитах памятника золотом горят слова клятвы Мусы на татарском и русском языках. И перед смертью никому в угоду не нарушу клятву свою, песню свою я посвятил народу, жизнь свою народу отдаю. Рядом с памятником находится летний амфитеатр. Памятник солдату-миротворцу, подарок городу от армянской общественной организации «Арарат». Скульптура солдата в плаще палатки, без оружия. Скульптура установлена на низком постаменте, как будто он один из прохожих, один из людей, живущих в городе. У подножия монумента расположен вечный огонь и надпись о том, что солдат должен нести свою службу во имя любви и мира, а не ради войны. Памятник участникам ликвидации радиационных и техногенных катастроф установлен рядом с одним из подразделений МЧС. И это не случайно. Они ведь первыми участвуют в ликвидации последствий любых катастроф. Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи, построенный в 2004 году, в старой части города, на месте сгоревшего деревянного храма. В Нижневартовске есть храм святого великомученика и целителя Пантелеймона. Немного поговорим о памятниках. В городе есть памятник дворнику, который присел отдохнуть. Жители его окрестили дядей Мишей. Расположен он на лавочке почти в самом центре города, справа от Дворца искусств. Присядьте на лавочку и сфотографируйтесь с дядей Мишей, и не сорите. Ни в городе, ни на природе. Берегите природу и труд дворника. Симпатичная скульптура девочки со скейтом сидит на лавочке на площади Нефтяников. Многие фотографируются с нею, а кто-то просто присядет посидеть рядом, вдвоем веселее. Памятник бездомному псу, вокруг которого всегда бегают детишки. Памятники школьнику и школьнице у Парка Победы. Если вы хотите проследить, как ваши детки подрастают, то их ежегодно в одно и то же время фотографируйте с памятниками школьников. На площади у Дворца искусств есть скульптура играющего музыканта. Без смычка, а футляр скрипки лежит на мостовой. Скульптура художника. Жил-был художник, но не один. Напротив скрипача рисует видимый пейзаж своего города или портрет того, кто присядет к нему напротив. Там стоит кресло для тех, кто хочет сфотографироваться. Присядьте, ваш портрет тоже напишет. Скульптура, подтягивающаяся чиновник, вызывает улыбку и улучшает настроение. Бронзовая скульптура мужчины в столь необычной позе в пиджаке и при галстуке находится у спортивного комплекса «Триумф». Говорят, она пропагандирует здоровый образ жизни.
Все общественные культурные мероприятия города проходят во Дворце искусств, в Центре Самотлор, в Драмтеатре, в Детском театре «Барабашка», на площади Нефтяников, на улице Дружбы народов, на Комсомольском озере. В городе много места для активного отдыха. Это парки Победы, Комсомольский бульвар. Ежегодно в июне в Нижневартовске проводят музыкальный фестиваль «Самотлорские ночи». В городе несколько крупных спорткомплексов: Нефтяник, Олимпия, Юбилейный, стадион Центральный, крытый хоккейный корт. Рядом со стадионом Центральный поставлен мемориал славы нижневартовского спорта «Гордость горожан». Он представлен в виде большого золотистого шара. Нижняя часть поверхности мемориала покрыта звездочками. На каждой из них написано имя одного из спортсменов города, которые принесли России много побед на международных соревнованиях. Пирамида – популярный в городе развлекательный центр. Главный танцпол города Нижневартовска – ночной клуб «Мираж», который более известен под названием «Тарелка». Необычный замысел строителей сделал дискоклуб похожим на приземлившийся среди города НЛО. Очень красивая сибирская природа, она строгая, величественная. Изумительная гладь озер, высокие сосны и ели, и тонкие белоствольные березы. Я с дочкой в Нижневартовск прилетела зимой. Мы были здесь несколько дней, и я благодарна судьбе за то, что на карте Российской Федерации есть эта сибирская земля и город с людьми сибирской закалки. Я хочу сказать спасибо Нижневартовску за то, что он связал наши судьбы в единый родственный узел.